Сутенерство как семейный бизнес. 52-летняя женщина из Бельцы, две ее дочери, подозреваются в вербовке девушек для занятия проституцией в Греции. Мать занималась поиском желающих отправиться на заработки за границу и оформлением документов. За сексуальные услуги им предлагалось до 1500 евро в месяц. В Греции жриц любви встречали дочери женщины в возрасте 22 и 28 лет. Для приехавших снимали 3 квартиры. В сеть входили 7 проституток. Они обслуживали до 7 клиентов в день. За услуги платили от 90 до 120 евро. Подозреваемым в сутенерстве грозит до 7 лет лишения свободы.